Вот та самая западная трибуна снаружи, здесь гигантские площади, парк, да, как раз? Да, городской парк. Ну, здесь действительно можно разместить там и точки питания, и такие народные гуляния, вполне места достаточно. Что-то вы уже знаете про то, что будет иметь в плане гуляний? Пока еще ничего не обсуждали. Я говорил про Ленинспорт, если бы новом пока еще никто ничего не знает. Все. То есть на данный момент известна дата, и кто с кем известна, играет, да. И где играет, соответственно, да? Понятно. Все пока в стадии обсуждения. С трибуны вопрос может быть решен или... Ну вот как вы сами рассматриваете? Запустить людей. Имею в виду, да, запустить людей. То есть все ли четыре трибуны будут с людьми? Вот так вот. Ну, сейчас мы будем узнавать у Челябстра и заказчика. Решать. Ну, я думаю... Но учитывая, какое событие, да, и то, что да, весь Челябин заинтересован. Думаю, решим положительно, потому что это подключится и все структуры, которые... Заинтересованы все в этом.